Греческий полузащитник Шерифа Димитрис Калавос сегодня выступил экспертом в программе «Дело вкуса». Перед матчем с «Шахтером» он приготовил для болельщиков буюрди и мелидзану. Это традиционные блюда в Греции. Все, поехали, да? Да. Буюрди – горячее блюдо из сыра фета, запеченного с помидорами и орегано. Мелидзана – та самая заморская баклажанная икра, только по-гречески. Калавос говорил ведущим, куда добавить масло и где не хватает перца. А еще фаршировал баклажаны, колол грецкие орехи и резал лук. Рыдала вся студия. Сам Калавос не проронил и слезинки. Оба блюда получились как дома в Греции. Димитриос, как тебе? Это очень вкусно. Ooh!